Здравствуйте. Меня зовут Гуринович Инна. Я врач-акушер-гинеколог Ева Клиник. Я буду рада стать вашим партнером в ведении самого ответственного периода жизни – беременности. Путь к гинекологии и в акушерстве как врача я начинала врачом женской консультации в небольшом районе. В общем, давно это было, скажем так честно. Почти уже 30 лет скоро будет. 24 года я проработала на одном месте, работая одновременно, меняя периодически женскую консультацию, стационар, сначала родильное, потом гинекологическое отделение. И, в общем-то, благодаря тому, что вот такая была постоянная ротация и разносторонний подход к одной и той же женщине, то есть амбулаторный этап и стационарный этап, вот, благодаря этому я всегда, когда беременные становятся ко мне на учет, понимаю, что бы я с ними могла сделать, вернее, как их пролечить, отправлять ее, госпитализировать, или, может быть, на этом этапе мы можем и дома обойтись лечением амбулаторным. Поэтому вот я думаю, что это сильная сторона моего ведения беременности в Еве. Принципы моей работы с беременными в том заключаются, что я должна понимать, состою ли я у них в тандеме с их желаниями. Потому что если мы не попадем в один ключ жизненного пути, в жизненных задач, о том коротком достаточно промежутке времени этих 9, ну пусть там 8 месяцев беременности, потому что все-таки не с первых дней начинается наша встреча, то, к сожалению, я понимаю тогда, что, наверное, не стоит нам работать вместе. Беременность – это всегда такое состояние, такой период жизни, который несет за собой какие-то отпечатки на всю последующую жизнь. Позитив, который я получаю от работы, в общем-то, он эмоциональный, и прежде всего эмоциональный, потому что, ну, это радость приносить людям жизнь, потому что мы продолжаем эту жизнь на этой планете.